Всем привет! Наверняка вы многие знаете вот эти вот силуэты. Это символ Америки, долина монументов. Эх, просторы какие, широта! Мы сегодня взяли тур на лошадях и прокатимся вот по этой чудной долине. Посмотрим самые известные ее точки и в особенности ту, которой известный актер Джон Уэйн, ну, известный в основном, конечно же, в пределах США, в ковбойских фильмах, где он снимался. Ту точку. Красавцы! Ну, в общем, досталась мне вот такая вот лошадка, вернее, мустанг. Да, сказал наш гид, что она довольно-таки миролюбивая, спокойная, поэтому надо ее немного это подстегивать, иначе она будет спать на ходу. Вот. Ну, а у нас начало нашей дороги. Итак, мы въехали в долину монументов в связи с тем, что это место получается закрыто, как бы из него нет выезда, только как заехал, так и выезжаешь. Количество автомобилей лимитировано. Соответственно, и время пребывания, оно тоже лимитировано. Ну, там примерно сказали 2 часа, ну, постараемся уложиться. Конечно, хотелось бы где-то, может быть, побольше там походить, похайкать, но для этого нужно больше времени, либо здесь брать какой-то кемп, оставаться на ночевку. Дорога, конечно, такая не асфальтированная, но тем не менее ехать можно. How can I get it right? How can I be strong? I know what I do. Come side wrong. I wanna be saved, but
что ж, вот это вот место известно как точка Джона Форда. Джон Форд – это американский режиссер, который снимал 50-70-е годы фильмы ковбойские. И был такой актер Джон Уэйн. Вот есть такой фильм, называется он «Искатели». И в одном из эпизодов Джон Уэйн выезжает вот на этот вот на эту площадку и стоит на лошади, смотрит вдаль, вот на фоне на панорамы вот этого вот вида. И, собственно, это место стало популярным, как, впрочем, и карьера Джона Уэйна тоже стала популярным. Ну, не только из-за этого фильма. Да, ну вот сейчас это место очень культовое, сюда приезжают точно так же туристы, чтобы стать на ту же самую точку и точно так же сфотографироваться. Собственно, и мы тоже так же сделали. А позади меня это вот комплекс. Ну, как комплекс? Комплекс статуи. Называется «Три сестры». Он тоже входит в этот фильм, попадает в кадр. Вот. Ну, мы продолжаем дальше наш путь. Вот это вот место называется, ну вот эта видовая точка называется индийский тотем или тотем-пул. Изображает, как будто бы, ну все видели вот эти деревянные такие чурбачки, индийские тотемы для выполнения различных ритуалов. Вот они как раз таки символизируют вот эти тотемы. На самом деле очень удивительное атмосферное место. Конечно, когда ты его видел в фильмах, оно казалось каким-то таким загадочным, таинственным. Но когда ты по нему едешь и смотришь на все вот эти вот глыбы огромные, колоссальные, ну, уже теряется некая такая таинственность, но все равно это шикарное такое место. Не зря его тут
индейцы облюбовали и сделали его чуть ли не там сакральным. Просто шикарное, шикарнейшее зрелище производит эта долина. Вы только посмотрите, эти каменные изваяния гигантские стоят вот на этом вот плоском, на этом плоском поле, и кажется, как будто, я не знаю, небоскребы или просто статуи какие-то. Долина монументов – это одно из немногих мест, где красный песчаник осыпался и вот такие оставил после себя формы. В основном, как правило, это такие огромные, ну, массивные такие плиты, которые мы видели. Кстати, вот эта вот точка называется Navajo Talkers Outpost. Он символизирует язык индейцев племени Navajo, который использовался во время Второй мировой войны для кодировки радиосообщений. Да, красота, просто красота. На самом деле это действительно завораживает такое зрелище, когда ты вот идешь, и тебе открываются такие вот картины, да? Громаднейшие такие, масштабные. Вон, пожалуйста, над башкой какая хреновина нависает. А? Здесь, кстати, следы обвалов, осыпаний различных видны. Ну, то есть, собственно, когда он крошится, песчаник, да? И, соответственно, отваливается кусками. Вот он, видно даже, да? Вот. Ну, я надеюсь, что это не произойдет, пока мы здесь.
Ах, ребятушки, все смотрели фильм «Форрест Гамп». Ну ладно, не все, но большая часть смотрела его, знает. Так вот, там есть такой эпизод, когда он бежит свой марафон, и бежит он его вот по этому участку дороги, как раз пересекая вот этот вот хайвей. Он бежит, 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 бежит. На фоне вот эта вот картинка. Потом он останавливается, за ним бегут его там какие-то последователи. Потом он останавливается и говорит: все, заманался я бежать, не знаю, куда бежать. Пойду обратно. Вот мы и на этом месте. Вот та самая картинка, вот тот самый кадр, где он бежал.